Ну что, дорогие друзья, всем привет! Я сейчас нахожусь на Бо, у меня 492 трофея, и я сейчас его буду поднимать на 20 ранг. Я думаю, что другого шанса не будет. Сперва мне этот персонаж не понравился, я вообще не понимал, как играть, я плохо ставил ловушки. Мне не очень нравилось вот это, что я не могу попасть, мансить легко от него. Но вот сейчас я понял, что в нем что-то есть, реально. Возможно, он так хорош в командных поединках, возможно, он в соло не тащит. Не знаю, не знаю, могу ошибаться, но тем не менее, как-то вот у меня двоякое впечатление о этом персонаже, но тем не менее, скоро будет изменение баланса, ему пофиксят пассивку, он не будет такой крутой, поэтому давайте, ребята, сделаем это, и пока у него топовая пассивка, я его апну на 500 трофеев. Прожимайте лайк, потому что вы видите, у меня 120 боксов, они все еще для вас, для следующего выпуска остаются. И пишите в комментариях, какого персонажа вы хотели бы видеть у меня максимального уровня. На выбор даю Рикошет, Эль Прима, Бар... Не, стоп. Рикошет, Эль Прима, Пенни и Пэм. Выбирайте любого персонажа, набираем... Давайте 10 тысяч лайков, вы можете, я знаю, вы можете и больше, но давайте 10к лайков. И я записываю ролик с открытием сундуком и выбиваю пассивку. Дорогие друзья, мой знакомый создал клан 1xbet и говорит, что у них там огромный штат высококвалифицированных сотрудников, также у них быстрая и качественная работа, множество огромных спортивных дисциплин, все это на 1xbet, хэштег на ваших экранах, вступайте в его клан и выводите его в топ. Ссылки есть в описании и в закрепе. Поехали в бой, сейчас будет мясо, тут метеориты падают, все тимятся, полная помойка, это ведь ШД, это даже не сравнится с дисбалансом в глобале в Clash Royale, серьезно, но тем не менее, я думаю, что я смогу, осилю эту планочку, поехали, вот я же говорю, у меня какое-то двойное чувство, мне то по кайфу играть на бот, то я... не понимаю просто, что происходит, все, окей, тимимся. Тимимся и убил. Так, окей. Так, рикошет. Забираю эту баночку. Так, хорошо. Да-да-да, рикошет. Окей. Честно, ребят, я бы был рад, если бы вообще люди не знали, что такое тиминг. Вот реально, вот за вот такое вот прокручивание на тебя метеорит бы падал, было бы круто. Но если бы никто не тимился, ни одна сучка не тимилась, это было бы круто. Ну а так, мне приходится тоже тимиться, так как толпой валят тебя постоянно, это не прикольно. Ты один против всех, это на самом деле, ну блин, мне неинтересно так играть, когда ты один против пятерых. Это, конечно, прикольно, если в плане челленджа, да, ни с кем не тимиться, сыграть один против толпы. В плане челленджа это интересно, да, но когда ты апаешь кубки, не очень это по кайфу, когда тебя сливают толпой. Ай. Так, смотрите, осталось 6 бойцов, сейчас Шелли дожмем, дожмите Шелли кто-то. А, сейчас ультанет, отлично. Так, рикошет добил, хорошо, 5 бойцов осталось, 4 бойца осталось. Давайте туда закину, короче... В ловушке. Ну что ж, будем убивать. Вау, там, короче, отбой еще эти остались. Ловушки. Так. Ну, да стой. Давайте убивать. Слушайте, это что, получается, я сейчас... Я сейчас апну 500 уже за одну игру? Не верю. Ну, если я сейчас... Ай, уйди. Ушел. Да почему именно метеориты на меня? Бля, просто жесть, на тебя. Сфокусировался и тупо на тебя метеорит. На меня 2 или 3 метеорита упало. Помойка. Шоу даун с тимингом, помойка. Но я не знаю, что в нем такого есть, что у меня реально тянет в него играть. Реально, ну вот поиграть в командах тоже интересно. Но в шоу-дауне, блин, вот какой-то все равно такой азарт есть. Так. Ну, это чисто, знаете, такой фан-режим. Это нифига не профессиональная игра. Но, тем не менее, интересно. Так. Жалко, конечно, что фиксят пассивочку на Бо. Жалко, конечно, потому что, ну, крутая пассивка, реально. Я не успел поиграть толком на ней, уже пофиксили. Ну, хоть на Леоне успел поиграть. Правда, Леона надо апнуть обратно на 500 кубков, потому что скоро
Завтра, наверное, уже будет изменение баланса. Не знаю, может, сегодня на стриме подниму. Приходите на стримчанский. Так. 9 бойцов еще. Какого? Лешего. Я хочу, знаете, что попробовать? Вот сейчас выйти на 500 плюс кубков. То есть не просто 500 взять, а попытаться взять там, ну, не знаю сколько. Ну, 500 плюс. Попробовать. Так. Вообще, я буду, конечно, когда всех перцев подниму на 500, я буду апать их постепенно. Ну, на 600, если смогу, конечно. Так. Не-н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 е. С тобой мы тимиться не будем. Выходи. Отлично. Все, вот это метеорит сейчас его будет тупо задалбывать. Смотрите, он тупо метеорит выбрал его. И все. А, теперь меня. Сейчас два метеорита по мне, да? Надо, короче, передвигаться вниз, чтобы меня потом в угол не зажали. Блин, я ловушки свои слил. О, давайте с воробушком будем добивать. Ага, охрененно, Шелли вышла, воробушка нахер. Прикончила. Кто там внизу у нас? Блин, Шелли. Ближников много. А круг-то сужается, и чем уже круг, тем хуже для меня. Поэтому сейчас надо накопить на ульту. О, минус Леон. Так. Пипец, просто как сузился. Просто, если бы не метеорит, я бы не подошел к Эльприму. А там вот это метеорит. Но на самом деле это прикольно с метеоритом. Так бы все бегали. Ну что, Ростислав, блин. Другого шанса не будет. Два кубка, поехали. Поехали, потому что я не знаю, изменение баланса с босс делает какашку, или же наоборот он станет чем-то даже лучшим. То есть ему повысят урон. У него и так, в принципе, урон неплохой. Ну, относительно, конечно. На моем уровне мне нравится его урон. Вот. Но если повышение дамага сделает его прям, ну, мега дамагером, то я думаю, что даже вот эта пассивка, она не особо-то и будет играть ключевую роль. Конечно же, конечно, она крутая. Но и без нее, я думаю, тоже можно. То есть, ну я же как-то играл без пассивки на бо. Вот. Да, спокойно можно. Поэтому даже повышение урона, возможно, даже пойдет немного на пользу. Но, конечно, жалко все равно. Вот это, смотрите, где-то на клеточке 2, да, будет меньше видимость. Ну, если вот так вот бежать, и тебе навстречу будет бул бежать, ты можешь не успеть остановиться и не успеешь его заметить, как вы столкнетесь лоб в лоб. Ну, естественно, будет беда. Так, друзья, мне осталось 2 кубка, но я что-то вот, не знаю, захотелось мне вот проверить себя на чуть-чуть больше, чем 500 кубков. Но я, правда, еще 500 не поднял, погодите, рано еще. Это мне плюс 2 кубка, это надо четвертым сдохнуть. Ха, а еще 8 бойцов. Давайте Мортиса убивать, да? Будем убивать Мортиса. Так, 8 бойцов. Так. Проверим кусты. А в кустах никого абсолютно, никого нет. Так, ладно, я пойду в центр, не хочу, чтобы там внезапно меня зажали. Так, пока вместе. Так, кто у нас там? Леон. Не, Леон, кстати, нам не нужен в тиме. То, что у него есть ульта, надо держаться от него теперь подальше, это плохо. Ой, пока, сорян. Так, вот Бул, надо было срочно убить. Угу. Блин, эти метеориты, да не бей меня, не бей. Я с вами. Погнали Була бить, вот, Бул. Давай туда я закину даже ловушки. Так, он Леон. Леона убить, срочно. Убить Леона, отлично. Минус Леон, 6 бойцов. Так, вот, отлично, сейчас убиваем Мортиса и убиваем Була. И я как бы уже на 500 кубков должен быть. Давай, жмем быка. Так, быка за рога. Теперь кого убиваем? Я буду крутиться, чтобы точно не меня. О, отлично. Так. Потому что так вот толпой, конечно, бить, я не считаю это честно. Ну, блин, что поделать? Кто-то придумал этот тиминг. Ты охренел. Тупо в меня попал сразу. Короче, плюс 4 кубка. Но. Я впервые сегодня, наверное, буду играть вот на 500+. Хочу попробовать еще сыграть. Вот 500 кубков взял, 20 ранг. Кстати, смотрите, у меня уже так достаточно персов на 500. 505 у меня рекорд, да? Ну вот, давайте попробуем перебить мой рекорд. Попробую перебить рекорд. Ну и, собственно, все, к бою возвращаться, скорее всего, не буду. Хотя, опять же,
В трио, возможно, и да, есть баунти режим в кустах, и там классная мета есть, поэтому, если меня кто-то пригласит, да, там, поиграть в такой режим, я, естественно, не откажусь, но в дуо, в соло я уже вряд ли пойду на бо. Так, 500 плюс кубков, напоминаю, друзья, 500 плюс кубков. Пытаюсь себя проверить на 500+. Насколько хватит у меня скилла. Блин, чё Шелли не выстрелила ни разу? Ну, я так предполагаю, что я буду без банок. И максимум я там топ... Ой, плюс один возьму. Нет, 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 воробушек, не вздумай. Если я солью сейчас 500 на видос, это просто... Оп-о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 п. Вот это круто, бык прибежал прямо на меня. Ну, кстати, он меня мог убить с двух тычек. У него же там по 3к где-то урон, да? Так, 6 бойцов. Осталось у меня 4 банки. В принципе, неплохо. Слушайте, да можно даже вот так вот по чуть-чуть. Я... Не, ну я думаю, что чем где-то еще кубков 30, и там уже такие задрачи будут, что я не знаю. Но это, наверное, все 10 человек будут втимиться. Так. 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 Если я убил Леона, все, все, у меня уже плюс кубки будут, но я просто так не сдаюсь, я хочу до фулла идти. Так, так, смотрите, 4 бойца осталось, и они хотят меня убить, они в тиме. Я буду сейчас один против троих. Ну что, поехали, сейчас буду выжидать момента, оп, поехали, понеслась. Так, все, поехали. Хорошо. Так. Так, есть. Так. Мне надо накопить еще одну ульту. Мне надо в центр кидать было вот эти ловушки. Так. В центр, потому что я кинул их, и никто сюда не подойдет ко мне. Но у меня... Я хотя бы за текстуры. Самое главное, чтобы на меня метеорит сейчас не падал. Так, хорошо. Так. Хорошо. Да сдохни уже, а. Отлично. Это я его убил. Опять же, я играю один против вот этих дурачков. Троих. Все, отлично, я топ-1 сейчас возьму. Наверное. Да, топ-1 на 500 плюс кубков. Круто, круто. Плюс 6 трофеев. Все, по-моему, рекорд. 508. Последняя каточка. Последняя каточка, вот реально, блин, охрененно. Охрененно. Стоп, 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 стоп. Нет, все, я, пожалуй, остановлюсь. Пожалуй, остановлюсь. Давайте так. Если вам интересно, как я играю на 500+, дайте мне знать об этом, поставив свой лайк. Если наберем, там, 10-15 тысяч лайков, вот такое количество меня очень реально, очень радует. Я прямо обожаю, когда вы ставите такое количество лайков. Я поиграю еще на каком-то персонаже на 500+. Вы, кстати, можете тоже выбрать, какого персонажа взять на 500+, там... Ну, вот, выбирайте. Смотрите, сколько у меня персов. Вот такие вот дела. Ну что, ребята, следующий на очереди у нас Пока, Пэм и Леон. Вот как-то так. Ну и посмотрим. Там еще Кольт, Рикошет потом, наверное, пойдут дальше. Это уже дальше. Ну что ж, прикольно. Я пока на рекорде. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, чтобы сразу вышел выпуск с открытием. Ну и также, чтобы я еще поиграл на 500+. Правда, режим через час заканчивается. На бо, наверное, уже не поиграю на 500+. Но, тем не менее, он у меня уже на 508, и это найс. Спасибо за просмотр. Лайкосик, все дела, подписочка. И хорошего настроения тебе, друг. Скоро увидимся. Чао.